Здрасте. Привет. Добро пожаловать в клуб. Кому за 30? Еп. Уважаемые друзья, Summer Break. Weekend. Целых 7 дней интенсива по брейк-дансу начинается буквально через пару минут. Все члены команды Predators будут на протяжении этих 7 дней давать свои мастер-классы. И любители брейк-данса оценят, я думаю, эти мастер-классы по полной. Интересно? Тогда оставайтесь с нами. Мы начинаем наш репортаж. Ну что, Аслан, Summer Break Week начался, гора с плеч, свалилась, признайся честно? Ну, честно говоря, да, потому что стресс перед началом, он очень велик, и накануне даже очень плохо спалось, потому что все время прокручиваешь мысли над тем, что не забыл ли ты там сделать одно или другое дело какое-то. Слушай, расскажи, пожалуйста, про JBL Choice. Все ли победители этого замечательного конкурса здесь добрались до Москвы, потому что я так понимаю, что они же все не местные жители. Да, ребята на самом деле очень издалека. Там есть двое, которые очень далеко находятся от Москвы. Один из Якутска, это там, где вечная мерзлота. Второй парень из Когалыма, это тоже очень далеко. Чуть-чуть ближе, чем Якутск, но все-таки далеко и холодно. Слушай, расскажи, пожалуйста, что тебя мотивировало принять участие в конкурсе JBL Choice и добился ли ты в результате своей цели? Что мотивировало? Наверное, работа и одержимость своим делом. Ну и шанс такой, что откуда-то из провинции я могу вырваться, увидеть этих бибоев, на которых я равняюсь, работать с ними, поделиться опытом. То есть они делятся со мной опытом своим. И их слова – это для меня как, ну, шаг вперед, это как успех для меня. По поводу мастер-классов, опять я в очередной раз понял, что я не знаю многое части базы и буду работать над собой. Заснял, поработал. Помимо этого есть другие бибои, которые рядом со мной и делятся, помогают мне. В общем, все очень круто. Вообще, я рад! Я рад очень сильно. Ну ладно, все, отпускаем тебя на обед, давай, лети. Все, спасибо огромное. Спасибо, Predators и JBL. Мы собрали ребят, танцующих 5, 7, 10, а то и 12 лет. То есть здесь серьезные бибои, которые уже достигли какого-то уровня, уже пробовали себя не только на российских, но и на зарубежных аренах, и это главное. Но если они осознают, что им чего-то не хватает, чтобы быть в топе, чтобы быть как команда Predators, которая уже всем доказала, что она одна из самых лучших, они за этим и пришли, и они действительно получат ту порцию знаний, которые нельзя найти в интернете. Абсолютно, как практических, так и теоретических. Я думаю, это мероприятие, которому нет аналогов. Слушай, я с тобой полностью солидарен. Ты сказал, что здесь продвинутый уровень у участников. Так я еще и слышал продвинутые призы, потому что будет номинация, да, JBL Hero. Расскажи, да, что это такое. Абсолютно, у нас есть номинация JBL Hero, которая будет проводиться каждый день, 7 дней, начиная с сегодняшнего дня до конца этой недели, включая воскресенье. Что это означает? JBL Hero – это тот человек, который больше, круче, выше, лучше всех выделился в течение дня на наших мастер-классах. Мы будем смотреть, я могу подсказку дать, что мы будем смотреть на то, как человек проявляет активность в целом в мастер-классе, как он помогает соседу, который, может быть, недопонял что-то, и как он выполняет задание, которое мы им даем. Каждый день мы выделяем троих. Один из них самый главный, самый крутой, самый лучший, получит колонку Extreme 2, JBL Extreme 2. Второе и третье место получают JBL Clip, поэтому, я думаю, мы раздадим очень много продукта, все будут довольны и счастливы. У нас есть магия монтажа и...
Итак, Аслан, 7 дней Summer Break'а позади. Расскажи, что ты чувствуешь? Слушай, в первую очередь я чувствую облегчение, потому что я очень упорно работал все эти 7 дней для того, чтобы ребятам, которые записались к нам на 7 классов, точнее на 7 дней классов, а классов было порядка 20, чтобы им было комфортно. Я записывал тоже отчетники, вы можете смотреть это в нашей группе. Следил за тем, чтобы всех все было вовремя. И просто хотелось бы в первую очередь сказать, что мы проделали огромную работу. Каждый участник команды дал по своему индивидуальному классу. Плюс мы дали класс от всей команды. Плюс у нас были гости. Lucy Sky, Украина. B-Boy FE. Вы можете его наблюдать. Он сейчас судит посередине. Вот представляет команду Джинджа, Корея. Было очень насыщенно, было очень круто. Я безумно счастлив, безумно доволен тем, что мы сделали. И сейчас последний день битвы. Расскажи поподробнее, что сегодня, что сейчас, прямо вот на экранах наших зрителей, что сейчас происходит? Прямо вот позади меня и Макса вы можете наблюдать, проходит отборочный этап битв. Сегодня день батлов, у нас командный зачет, то есть Real Crew Battles. Это команда должна представить 5 участников. Далее у нас идет соло-битвы для бибоев, для ребят, и соло-битвы для бигерл, для девчонок. Это проходит прямо сейчас. Команды чуть-чуть позже подтягиваются, и мы также выберем среди них лучших. Это все будет идти до 8 вечера. Вечером мы выясним самую сильную команду, самого сильного бибоя и самую сильную бигерл. Естественно, они получат подарки и призы JBL. И все это происходит под эгидой этого бренда. И ребята, которые сюда пришли, все мои друзья, они были на тысячи разных мероприятий, но уже начальные отзывы дают о себе знать, они говорят, что это нереально круто, это новый уровень, поэтому я рад просто, что это происходит. Yeah!
На самом деле это уже четвертая победа в таком составе. Еще есть 4 человека, нас 9. Сегодня участвовало 5. Это своеобразная сборная. Солянка из разных городов России и Украины. Вот. Благодарна команде «Предатор» за данное мероприятие. Вот, комфортная атмосфера, было прикольно. Жалко, что было всего 8 команд. Хотелось бы разорвать в клочья больше участников данного мероприятия. Вы же порвали. Ну, мы так, типа, аккуратно покусали, я бы так сказал. Йоу, бой, а ты добавишь что-нибудь? Удачи вам, ребят. Специально для вас, Грин Банда, пошумели!